Думал, не будет в этом году вишни. Вот одно дерево уродило. Сейчас буду собирать. Ну вот, сейчас приступлю к сбору вишни. Вот как она. Хорошо, что можно на крышу залезть и большего пособирать ее. Есть, конечно, еще вон вишня на верхушке, но рискованно туда лезть, ломать ветки, да и самому. Птицам оставим. Кстати, о птицах. О, птичка одна, птичка вторая. Кстати, помогают птички отгонять других птичек. Спасибо за внимание.